Всем привет, с вами Музарубка. В интернете появилась очень интересная новость, которая касается Анны Нетребко. В Германии провели митинг против Анны Нетребко. Вот так вот. В городе Висбаден, который является центром немецкой федеральной земли Гессен, в пятницу состоялся митинг солидарности Европа-Украина в знак протеста против выступления российской певицы Анны Нетребко в Гессенском государственном театре. Организаторы мероприятия в поддержку Украины «Союз Европы Гессена» сказали, что в нем приняло участие более 1000 участников. Среди спикеров митинга солидарности Европа-Украина был генеральный консул Украины Вадим Костюк, вице-президент Европейского движения Германии Михаэль Галлер и вице-президент немецко-украинского общества экономики и науки Виктория фон Розен. Но несмотря на сопротивление властей Гессена и призывы украинской стороны, Анна Нетребко дебютировала на сцене местного театра в рамках ежегодного фестиваля, где она сыграла роль Абигайл в опере Джузеппе Верди «Набуко». Нетребко попала под критику после начала полномасштабной войны в Украине из-за ее вероятной близости к Путину. Сама же она неоднократно отмеживалась от войны, в частности заявляя, что не является членом ни одной политической партии и не связана ни с одним из лидеров России. Люди в комментариях под этой новостью стали писать следующие сообщения. Правильно, молодцы европейцы, правильно, что вы гоните эту Нетребко. Она за деньги продалась. Хотела усидеть на нескольких стульях, не получилось. Вскрылась ее настоящая натура. Ей нужны только деньги и слава. На все остальное ей наплевать. Как вы относитесь к такой новости, что даже уже в Европе начинаются протесты против Анны Нетребко? И как вы думаете, что она будет делать после того, как ее выгонят отовсюду? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, я все буду читать, это очень важно. Обязательно ставьте лайк под этим видео, чтобы все узнали об этой новости. И подписывайтесь на этот канал, чтобы быть в курсе всех событий и не пропускать новые видео. И до скорой встречи!